Download 0,3 мегабита в секунду, upload 3 мегабита. У меня с той антенной было download где-то 0,1, а upload где-то 1 был, кажется. Так что теперь она достаточно хорошо работает, когда я убрал проводки. Хорошо, что разобрал, может, вот эти проводки как раз там и коротили. Этот проводок там был. Был термоклеем замазан. Вот хоть показывает, что сигнал очень слабый, но скорость нам хорошая достаточно. Вот минус 88, раньше было где-то минус 90. Вот это достаточно хорошо. Вот тут две палочки, раньше было две палочки редко, но даже когда были две палочки, скорость все равно была слабая. Была одна палочка часто, тут две палочки и минус 88. Раньше было там 97, кажется, или 91, там часто было. Но главное, это скорость, какая вот тут показывает. Установлю тут сканирование. Вот иногда он так заедает. Быстро открывает всяких страниц, условно быстро, иногда быстрее, иногда медленнее, теперь вообще медленно. Перезагружу. Быстро грузился, раньше он тут очень долго грузился, вот этот спид-тест, теперь он очень быстрый, 2 миллисекунды скорость, пинг, то есть, вот 0,5 мегабит, у меня тут раньше 0,1 было, и то очень хорошо было, вот 0,6 даже, давно. Плод, так это как бы не так важно, и это зависит от мощности излучателя вот этого адаптера. Они все на 100 мВт, по правилам можно только 100 мВт максимум им выдавать. И Windows 10 вроде бы ограничивает, и все Windows версии до 100 мВт, но можно там Калик Linux на разогнать вроде бы до 400 мВт. Но то все равно, я если тут думаю разогну до 400 мВт, он все равно отдавать будет хорошо, а принимать все равно будет так само. Поэтому как бы особого смысла, думаю, нет разгонять отдаваемую мощность. Нужно, если разгонять, то улучшать, то нужно передаваемую мощность оттуда. От того дома, который за 240-250 метров, вот направлено на тот дом.
Еще раз. Это еще это 13-й канал выбран. Я читал, что советует кто-то там 6-й канал брать, потому что он как бы средний, и он все антенны на него производители делают. Вот какая отдача большая, 3 мегабита в секунду. И вот хотел еще показать и сам посмотреть. Ну вот, допустим, теперь без антенны. Без антенны. Конечно, вот пропала тут сеть. А тут вот. Вот сколько мало сетей находит. Только 22 сети. Хотя это достаточно неплохо. Ну что тут? Нет, это что-то был глюк. Это вот только одну нашу сеть находит. Без антенны. И вот хотел померить сопротивление между вот этой корпусом желтым золотистым и между вот этой массой сопротивления, или тут есть контакт или нет, потому что тут ничего не касается, только там с той стороны есть винт, и он вот проходит и касается его, вероятно, вот там где контакт. Паузу нажму, проверю и скажу. Так, есть, проверю. Вот один тут коснулся, другим вот тут коснулся. Еще раз подключу. На большей надежности еще раз проверим. Хотя может это и не оптимальное положение, может ее если покривлять, может можно и получше угол найти, скорость. Вот уже сразу нашла это. О, 44 сети. Две палочки. Как и было. Стоит маленькая антенна, и редко когда были две палочки. Но стой были зато вот на этой сети. Вот она тоже открытая, бесплатная. И на ней тоже были. На ней были две, иногда и три палочки. Вот тепленько трохи, а потім вже тих лобків.
это может такая страница, которая много требует. Вот AliExpress быстро загрузилась. Можно мазать, слышишь? Так. А то я зараз поволом мне их пшидать. Ну, зараз. Дамте кость. Помолимся, потом яйки купим.